Это что же, бабоньки, вы делаете? Я так полагаю, что вы чужого труда не уважаете. Я вам который раз говорю. Сейчас в правлении самое что ни на есть часы занятия. А вы глотки дерете. Да ведь у вас в правлении-то никого нет. Да ведь как же никого нет? А я? А что ты делаешь? То есть как что я делаю? Раз я сторож, известно, что я делаю. Сплю. Председатель-то где ж? С утра ждем его. А председателя почему нет? Где председатель? А где ему нужно быть, там он и есть. Да ему здесь нужно быть. А он прямо с ног сбился тебя повидать. Артистка какая, подумаешь. Мы не в игрушки играть сюда пришли. Мы первая женская рыболовецкая бригада. Ловцы. Понимаешь? Чего ты опаздываешь-то? Тоже приседать. С утра ждем. Очень великолепно. Когда же отправка-то? Завтра, товарищи женщины, завтра. Да ты же вчера то же самое говорил. И вчера говорил завтра. Вам же нужно создать условия, товарищи. Да ты нам хоть бригадир-то дай. Ведь вам какого-нибудь не дашь? Ведь вам, товарищи, надо бригадира, который бы на сегодняшнее число понимал не только в рыбе, но и в женщинах. Голубь, да когда ж ты такого найдешь-то? Завтра. Будем организованы, товарищи женщины. Отправку назначаю завтра. Что ж делать-то? А я, бабоньки, так рвагаю. Домой надо идти. Да где же Пашка-то у нас? Паша пошла Варвару уговаривать. А говорят, Варварин Степан с Ольгой спутался. Ну, может, врут. Эй, милая, врут-то про что-нибудь про редкостное. А это ведь дело обыкновенное. Навряд ли врут. Так как же Варвар-то, а? Все-таки. Едет она с нами, а не едет. Тетя Варя, ты мне напрямки говори. Едешь ты с нами или не едешь? Разве я против, Пашенька? Почему же не поехать? Поехать можно. Ну. Только вот... Что только вот? Ну, мало ли что. Тетя Варя, ты только подумай, кто едет? Лушка едет. Тетя Поля едет. Авдотья. Тетя Поля едет. Ага. Целиком все. Вот. Вот. Садись. Вот список. Считай. 30 человек. Перед тем, значит, кто едет, птичка стоит. Одна ты, тетя Варя, без птички. Одна я. Ага. Одна. Ну как же, тетя Варя? Ставить. Постой.
Видишь ли, Паша, какое дело? Вижу. Я, тетя Варя, все вижу. И что в тебе этой гордости никакой нет, тоже вижу. Кому ты эту рубашку гладишь? Мужу. А муж где? Тетя Варя, если бы у меня к тебе... чуткого подхода не было, я бы тебе бы сейчас бы такого наговорила. Молода ты еще, Паша, в жизни не разбираешься. Я не разбираюсь. Может, в хорошей жизни ты и разбираешься, а в плохой нет. Тетя Варя, я тебя не понимаю. Ты пойми, Паша, 10 лет мы с ним вместе прожили. Ребята у нас. Что ж теперь делать? Видно, терпеть надо. Врешь, тетя Варя. Стыдно такую жизнь терпеть. Ты думаешь, мы без него не проживем? Еще как проживем-то. Тетя Варя, миленькая, миленькая, едем с нами. Мы там таких делов наворочаем, любо-дорого. И дело какое будет. Лично наше, государственное. А о нем, тетя Варя, и не думай. Брось его к черту. Вот. Едем. Едем. Как-то у тебя просто. Брось. А мы эту жизнь 10 лет. Может, больше всего и жалко. Ну что мне от тебя храниться? Люблю я его, Пашенька. А он тебя? Ставь птичку. Едем. Бабью натуру, Степан Степанович, насквозь вижу. Вот, к примеру, Ольга. Вчера она, значит, идет в воду, а глаза у нее вровень. Одна удовольствие. Я к ней подчалился, а она меня в губы чмок, чмок. Вот это да. Не веришь? Утопиться мне на этом месте. Спроси у нее.
Истинный бог, знаешь, как... Вот это да. Отекусило. Значит, и тебя эта красавица под жабры зацепила. Ой. Слушай, Казанок, иди к бригадиру и скажи, чтоб он тебя с этой тани убрал. Понятно? Ты ей не верь, Степан Степанович. У ей нутро сезонное. Сезонное, я говорю, нутро у ей. А ну еще поговори. Молчи. Молчи. Петр Иванович, Степан просил на второй судака поджать. Велишь? Велю. Жаль. Заиграешь? Иди у меня. Чтоб обед был вовремя. Ладно. То-то. Федор Иванович, отпусти меня с этой тани. Мне тут этот климат не подходящий. Федор Иванович! Федор Иванович! Ого! Товарищ Кискин! Как делишки? Ходим помаленьку! За вчерашний день 300 танкеров выбрали! Очень великолепно! Здорово! Здорово! Ну, погибаю без тебя. Да что случилось? Выручай, Федор Иванович, понимаете? Зарез у меня. Путина в разгаре. Бабы напирают. Бригадиры требуют. Нет никого у тебя, а? Бригадиры? Да. Постой. А что, если я тебе своего подпятчика Терентьев вступлю, а? Казанка. Ловец ропотный. Прихлив мало. Ну, это кто не без греха? Нет, Казанка так Казанка. Терентьев. Товарищ Казану, а то понимаешь, у меня Путина в разгаре. Терентьев, вот мы хотим тебя назначить бригадиром. В женскую бригаду. А чё ж, дело привычное. Согласен. Бабьи натуры я насквозь вижу. Очень великолепно. Степан. Ну? Я думаю, тебе Казанка забрать. Ты как, не против? Ну что ж, раз нужно, бери. Нет, если жалко, так... Да нет, бери, раз нужно. А может, жалко? Да бери. А для чего? А я его бригадиром, к бабам. Первую женскую бригаду. К бабам, лягушек ловить. Только подолы намочат. Не говори. Тракторист. Ты куда? Никуда, Федор Иванович. К тебе. Зачем? Федор Иванович, отпусти на поселок. Ваня. Да ты же вчера только отпрашивался. Федор Иванович, отпусти. Даю тебе честное слово. Больше никогда в жизни мыться не пойду. А гармонь тоже в баню, да? Федор Иванович. Ну. Последний раз, а? Отпусти. Ну, а кто будет горючее принимать? Хо, горючее. Да плевое дело. Любой человек может принять. Примите, Федор Иванович. Так. Бригадир, значит, будет горючее принимать, а тракторист, значит, будет с девчонками гулять. Не пущу. Федор Иванович, значит, ты против дисциплины идешь. Это почему? А как же? Если меня не отпустишь, я без разрешения уйду. А если я уйду без разрешения, то, кажется, будет дисциплина. Ну? Шут с тобой, иди. Только смотри, поздно приходи. Сгрею. На поселок и обратно. Отчего навстречу не выходишь?
голубка. Паша, ты для меня как... Мне без тебя, как... Не как ты мне в любви объясниться хочешь. Зачем любви? Можно без этого. Просто выходи за меня замуж. Как же можно так? Скоро так. Я уже 3 месяца так. Паша, голубка, согласна? Ой, Ваня, а ведь мы завтра на Таню уезжаем. Ага. Паша, не езди ты на эту Танюту, не езди. Не смеши людей. То есть как не смеши людей? Ты почему так говоришь? Я? Я ничего не говорю. Это Федор Иванович сказал. Что сказал? Что сказал? Сказал, что ваша бригада, говорит, только подолы замочит, а на варю и то не схлопочет. Схлопотал? Постой, Ольга. Разговор у меня. Ты что это с Казанком целовалась? А ты что, у меня муж? С кем хочу, с теми целуюсь. Нечего вертеться. Отвечай мне толком. Чего уставился? Ничего ты мне не сделаешь, потому сам виноват. Сколько раз обещал женой разделаться, ко мне перейти? Не можешь. Ну, так про меня забудь. Брось, Ольга. Нет уж, хватит. Иди к своей Варварушке. Она хозяйственная, положительная. Иди! А меня не трожь! Ольга, отопри. А то больше к тебе не приду. Врешь, придешь. Хочешь, но спохватишься. Не вернусь больше к тебе. Слышь, уйду совсем, стани. Сядем перед дорогой. Что уставилась? Аль не рада? Как же не рад? Что ты? А я уж было уезжать надумала. Куда уезжать? Я, Степа, в женскую бригаду записалась. Нынче отправка должна быть. Хм, записалась. А кто дозволил? Ты у меня спрашивалась?
Как же я стала бы тебя спрашиваться? Я здесь. А ты... Когда мне мама новую куклу купит, я тогда у куклы голову оторву и к своей дымке переставлю. Угадай, на чем поедем, на лодке или нет? Конечно, на лодке. Ну вот что, Варька, если ты на эту Таню поедешь, часу с тобой жить не буду. Так и знай. Варвар, да чего ж только не телишься? Пора. Аль передумала. Никуда она не поедет. Развязывай узлы. Чего стоишь? Развязывай узлы. Ставь самовар. Иди вон туда. Что ж, Степан, и дальше так будет. А тебе чего не хватает? Я тебе пою, кормлю. Тебе всего мало. Я твоего хлеба за даром не ем. Я весь дом на себе везу. А ночью не спишь. Дожидаешься. Думаешь, вернешься. Но думаешь. А ты пришел, чистую рубаху одел, и опять нет тебя. Живешь в свое удовольствие. Да без тебя, дуры. Разве я так жил бы? Как якоря висите на моей шее. Ты мне погроб жизни благодарить должна. А ты пилишь. Ну что ты без меня делать будешь? Кому ты нужна? У? Тетя Варя! Все собрались. Тебя ждут. Тетя Варя, ты едешь? К чертовой матери. Государство ждет от нас рыбы, товарищи.
Мы, товарищи, с вами провожаем нашу первую женскую бригаду. Мы, товарищи, надеемся, что наша первая бригада во главе с своим бригадиром, товарищем Терентьев Казанком, поднимет еще выше знамя нашего колхоза, который есть и на последнем месте в нашем районе. Так ударим, товарищи, по узкому месту. Мам, а без папки поедем? Без папки. Помни, товарищ бригадир, что в нашей работе рыба стоит во главе угла. Золотые слова, товарищ. А ну, сидите, давай. Давай. Вот так. Отпускай. Отчаливай. До свидания, товарищи женщины! До свидания! Так, товарищи, я надеюсь на вас! Давай правее! Товарищ Киевский! А как горючее? Привезли! Привезем завтра! А если не будет горючего, то я сам приеду! Ага, спасибо! Будет все очень великолепно, товарищи! Смешка над нами. И больше ничего. Хорошо, еще пчины есть. Выспиться хоть можно будет. Слышала, смотрю, Николаевна. Да не здесь все колченогие. Да как же тут жить? Вы не расстраивайтесь, Яженка. Жить тут действительно невозможно. Зато охота здесь. Просто замечательно. Мы работать сюда приехали, а не охотиться. Дура, а я здесь при чем? Ты бригадир или нет? А что ж тебе бригадир новой избы так вот на блюдечке подаст? Пойдемте, ребятки. Что же это делается, бабоньки, а? Как же нам быть? Жалуй. Надо идти. И все тут. Правильно! Вон, Варвара-то ушла, и нам уходить надо. Как Варвара ушла? Да так, взяла ребят, да и ушла. И правильно сделала, пошли и мы. Товарищи, товарищи, стойте! Стойте, товарищи! Разве мы какие-нибудь несознательные? Мы же люди передовые! А что ж, по-твоему, передовые хуже несознательных должны жить? Вертайся домой, бабы! Полы надо мыть. Глины бы до камышу натаскать. А? Ладно. Ну вот, ягодки, я говорил, не расстраивайся.
Вот красавец. Бригадир, прибивай. Слышишь? Я говорил, все устроить. Дай дорогу. Вот, тише, тише. Ну, иди, иди. Ягод, после работы по... Вот дура. Ну, иди охотнее. После работы, граждане женщины, получайте спецов. Тетя Варя, а тетя Варя, ты не спишь? Нет. А ты спи. Погляди кругом, все спят. Одна ты не спишь. А ты что, сама не спишь, Пашенька? Я сейчас засну, я скоро. Тетя Варя, а тетя Варя, а ты знаешь, о чем я сейчас думаю? Тише. А Авдотью разбудишь. Спит. Тетя Варя, я думаю, вот если мы завтра, ну хоть центнеров полтораста выберем, мы тогда, тетя Варя, как... А мужики? Ой. Сколько выбирали? Ой, это ты, Авдотья. Мужики, вон в бригаде Духова. По 500 выбирают. Так кто мужики? А то мы. А ты думаешь, рыба-то вроде тебя? Только мужиками интересуется. Тише ты. Все спят. Вы зачем же такое безобразие-то делать, а? Людям завтра на работу вставать. А вы? Шу-ш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 у. Нашли время. Так и знаете, кто первый заговорит, того на улицу. А вдруг мы, бабоньки, как закинем, да как потащим, да как вытащим, а там сплошь. Одна белорыбица. Ой, мамочки, а вдруг правда? А я в другую сторону нервничаю. Вдруг, бабоньки, как закинем, да как потащим, да как вытащим, а там и нет ничего. По-твоему, что ж, не сумеем, не справимся? По совести сказать, не женское это дело. Вот, к примеру, колодец рыть. Мужская работа. Мужская. А я рыла и вырыла. Помню, папаш на гражданскую ушел, а мы с матерью одни остались. Ах, чего мы только не работали. И землю пахали, и деревья валили. А, да что говорить. Если назад на всю свою жизнь оглянуться, так выходит, что только двум мужицким делам я и не выучилась. Вино пить, да табак курить. А вон Авдотья из всех мужицких делов только табак курить и выучилась. Если завтра... Бабоньки, у нас дела пойдут хорошо. Даю слово, брошу курить. В таком случае, Авдотья,
Считай, что куришь в последний раз. Руки в кровь сорвала. Казанок окаянный варежек не дает. Поцелуй, говорит, тогда получишь. С мужиками затягаться захотели. Тоже работнички. Ты, Авдотья, панику зря не устраивай. Сегодня не вытащили, завтра вытащим. Завтра не вытащили, так через год вытащим. Так что ли, а? Ага, и вытащим. Давайте лучше деньги бабы на печке будем лежать. Разве это работа? Авдотья, куда ты? Погоди! Если кто хочет на своих хвостах дурную славу про вашу бригаду разнести, так этого не будет. Мы не дадим. Верно! Молодец!
Надоели ваши сознательные слова, да дьявол. Пошли, баба. Стойте, 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 куда же вам? Авдотья. Да чего вы их уговариваете? Не хотят работать, не нужно. Если им совесть позволяет, пускай уезжают. Без них справимся. Правильно. А ты что тут распоряжаешься? Ты что, хозяйка? Вы здесь все хозяева. А ты что, в гости, что ли, приехала? Так вот, Авдотья Ильич, нам гостей не надо. Опять прогул при исполнении служебных обязанностей. Отвяжись! У! Дура. Уж тебе слова сказать нельзя. Здорово, Николай. Здравствуйте. Зайдем ко мне чайку попить, Николай. Да нет, спасибо тебе, Николай. Ты что, охотился? Малость поохотился после ночной смены. А после утренней, говорят, тоже охотился? Врут. Ну, ты им не верь, Николай Иванович. Истины, это Манька. Я ей варежки не дала, она вот мстит. А ключи от кладовки где? Кладовка-то отпертая. Вот, Николай Иванович, завсегда они со мной так. А ведь я им все-таки бригадир. Этот черт ты что? А не бригадир. Правильно, правильно. Он нам все срывает. Вчера не давал горючее. Опять же, ни вода, ни нечем. Нам нужен бригадир, а не охотник. Нам в порядке веди. Радиму, радиму нет. Тише, тише, давай. Тише. У трактора запасных частей нету. Давай. А больше ничего. Верно. И за то, что у нас ни вода не в порядке, и что у трактора запасных частей нет, вот за все это мы должны благодарить нашего уважаемого товарища Киски. Очень великолепно. Ему и горюшка мало, что у нас во многом недостача. Что толку, что вместо горючего он сам приехал? А что у нас такой бригадир есть, как товарищ Казанок. Вот за это мы будем благодарить нашего уважаемого Федора Ивановича Духова. Большое вам женское спасибо, товарищи. Николай Иванович, тут не в бригадире дело. Им хоть орденоносца дай, все равно толку не будет. Я предлагаю разбригадирить его. Но вы-то, конечно, меня понимаете, как бригадир, бригадир. Сукин ты сын, а не бригадир. Вер, а Вер? Чего тебе? Пашу позови. Да подожди ты. Давай, давай, давай. Ну, совсем сразу. Давайте будем говорить. Опа. Первый на А. Авдотья старшая. Дальше на Вы. Я хоть на Вы, но дайте мне сказать. Не давай, давай, дайте мне сказать. Николай Иванович, товарищи, меня сердце не выдержит. Потерпишь, я наю, и то терплю. Не давай. Может, дадим, товарищ? Дадим, товарищ. Человека сердца не выдержит. Пусть давай, говорит. Давай, лучше, давай, говори. Давай, вот, объясняй. Бабы. Пусть на меня Мотька обижается, не обижается, но я скажу прямо. Работает она, как спящая царевна. Из-за тракторных простоев мы погибаем. Ты чего уставился? Ты пиши, пиши про себя в протокол. Из-за тракторных простоев мы погибаем. Вот, в бригаде Духова без единой аварии работают. А почему? А почему? А потому, что у них тракторист наяд. Правильно. Я... Мы вам создали условия. А что мы видим на сегодняшнее число? Мы видим, что вы не справляетесь. Не справляетесь с работой. А если у нас данные, что вы справитесь в дальнейшем?
Таковых данных, товарищи, на сегодняшнее число у нас нет. Нет. Не к лицу. Такие слова руководить. Держать эту силу под спудом, значит допустить преступление. Что касается помощи, товарищи, поможем. Вам отводится новая таня у лысых мысков. Таня уловистая. Да, и Федор Иванович, если надо, поможет. Поможет, Федор Иванович. А чего не помочь? Помочь можно. Где, товарищи, поговорим о бригадире. Ну, кого бы вы сами хотели? Кто у вас самый горячий? Норовистый в работе? Кто? Хозяйственный, понимающий. Делят они, так сказать, заинтересованы. Кто? Любка! Паша! Варвара! Лушка! Авдотья! Варвара Кладова! Варвару! Любку! Тетю Варю! Варвару Кладову! Кто тут у вас тракторист, я спрашиваю? Вот она, Мотька. А ну иди сюда. Это как называется? Это? Да, это. Это муфта сцепления служит для передачи вращения и силы. Это не муфта сцепления, грязь, грязь. И чистое безобразие. До чего мотор довела? Ты действительно спящий, царевна. Разве можем так работать? Вот работа, вот учись. Вот молодец. Я тебя предупреждаю, Мотька. Через 2 дня приеду. Если не подтянешься, перед всеми мотористами опозорю. Вот вам, товарищи рыбачки, новый шеф по моторной части. Знакомьтесь, Иван Васильевич Сомов. Юлька. Паша. Иван Васильевич, мне нужно с вами поговорить. По производственной линии. Будьте ровно в 6 в стартере. Паша. Ваня, знакомься. Наш новый бригадир Варвара Михайловна. Капитан, капитан, улыбнись. Ой, сюда. Куда же это я попал? А вот. Вот, ну. Вот сюда давай. Вот. Эх, капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка это... Покоряется. Ворался. Только смелым покоряется реки и моря. Поглядим, порался, как вы без казалка справились.
Сукин ты сына не бригадир. План срываешь. Это я срываю, а? Вон я рыбы сколько, пожалуйста. Вон я сколько. О, красавец. Ну-ка, пойди сюда. Помогите! Погибай! Утонул, Вавы. Ой, спасибо вам, Вавы, а? Поцелуемся, а? Вот, дуры, дуры, а? О, дуры. Пойк сюда. Я вам кто, бригадир или чертов перечница? Она, бригадир. И что мне с вами делать? Капитан, капитан. Был бригадир и нет бригадира. Давайте, возьмите его, тащите, тащите, давайте, тащите. Олегушенька, ты поскорее одевайся, а то опоздаем. Не опоздаем. Давай кофту. Сейчас. Нету, нету. Вон ту, которую я на Петра Первого надевала. Цветочками. Нынче кино интереснее вчерашнего будет. Ну, какая же картина-то? Да картина все та же. Но только после картины танцы. А слова не обязательно. Подожди, Ольга. Ольга, задушишься. Здорово. Можешь себе представить, Себастьян Спасович, а? Шел, шел и зашел. Ну что ж, садись, гостем будешь. Спасибо. Так. Батюшки, белье-то у меня во дворе. Ну-ка, Степан, поди, собери. Попей чайку. Это лучше бы... Ну, как дела? Все, бригадиришь? Увы. Скомпрометировали и свергли. И знаешь, кого выбрали? Кого? Кладову. Ларку. Ее единогласно, при одном воздержавшемся. С ума посходили. Ты гляди, как бы она не отбила у тебя, Степан. Пусть попробует, казанок. Я в силе. О, Степан Степанович. Ты куда ж, посиди. Рад бы душой, спешу. Опять. Слыхал? Твою-то, бывшую, бригадиром сделали. Кого? Варвару? Yeah.
Хорош улов. Можно было лучше. Вон ваши бабы 300 центнеров сдали. А к вечеру обещали еще подвести. Как бы, товарищ Духов, они вас не переплюнули? Но нас не переплюнешь. Смотри, не зевай. Тетя Варя, за это притонение улов еще больше. Кто сказал, что не женское дело рыбу ловить? Авдотья? Она Авдотья. Что ж ты, Авдотья, грозилась, что если работа пойдет хорошо, бросишь курить. Теперь, бабоньки, считайте, что бросила на всю жизнь. Что такое? 500 центнеров хлопнули. Бабы! Да. Врешь. Кто сказал? Сам бригадир Варвара Михайловна. Вот это да. А мы сколько выбрали, а? 350. Что твоя Варвара делает, а? На всю Волгу нас опозорить хочет. Сколько за смену было притонений? 12. 12? 12. Надо до 16 дожать. А ну пошли. 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 Давай. Ну что ты руками лапаешь? Который раз тебе говорю, на газету надо смотреть культурно. Глазами, а ты лапаешь. Глазами. Глазами. А может, мне интересно знать, на сколько процентов они план выполняют. А по портрету ты не видишь? А ты видишь? Вижу. Ну. Если на портрете человек смеется, да. Или, скажем, выходка у него. Ну. Вроде мои. Ну. Значит, на 200%. Вот. А если, вот, скажем, тебе снять? Ну? Ну, не додаешь 50. Да, дело. Глазам не верю. Наши рыбачки в газету попали. Не ожидал? Здорово. Ума не приложу. То есть, конечно, правильно. Ведь вы все-таки им создали условия. Федор Иванович, а ты что, не читал? Чего? Тут и про тебя написано. Чего про меня? Да вот. При помощи бригады Духова. Ну-ка, дай-ка я сам. Подожди. Ну, на. Спасибо. При помощи бригады Духова мы смогли добиться успеха. Верно. Видишь? Прописала. Не забыла. А ведь по совести сказать, я и забав до 500 центеров дожал. Ей-богу, и забав. Ну, теперь держись. Но... Чего это народу столько около правления собралось? Никак скандал получился. Пойдем, Степан, погляди. Ну да, у меня только и делов на чужие скандалы. Ну что ты, берю какой? Пойдем, вон еще народ бежит. Пойдем. Ну-ка, расступитесь маленько. Дайте другим поглядеть. Пошли домой. Погоди. Варвара-то Варвара не узнать. Прямо красавица стал. Тоже нашли красавицу. Пойдем домой. Иди, пожалуйста. Ты слышишь, что я тебе говорю? Ну, иди, пожалуйста, я тебя не держу. Что ты, Степан, о Варваре скажешь? Ну, так она, понимаешь, всегда хозяйственная была. Да. Ты что же, меня на весь поселок опозорить хочешь? Пошли. Не баба, понимаешь, смола. Теперь думаешь, как бы отвязаться? Не нужна станция, да?
Танюша. Шурик. Папа! Ух ты. С кем же вы приехали-то? Мы, Паш, приехали. Мы с Кириллом. Я маму денег дала. Ух ты, скажи, пожалуйста. Сейчас я вам мороженого куплю. Не надо, нам маму все покупать. Да уж чего там. На, бери. Так. Ну, мамка велосипед купила. Настоящий. Хороший. Ну. А мне мама куклу купила. С моргающими глазами. Она вот так. Красивую. Вот как эта тетенька. Я ей голову оторву, а к Доньке приставлю. Ну, погоди. Я тебе это попомню. Иди домой. Так. Ну, как живет-то? Скучаете? Сначала скучали, а теперь нет. Ну, а мамка-то как? Говорит чего обо мне? Тань, что она говорит? Ну, да, тебе теперь некогда. Занята очень. У ней много делов теперь. Шурик, Таня, поехали домой. Здравствуйте, Павел Степанович. Здравствуйте. До свидания, папа. Приезжай к нам, у нас там весело. Пап, пока. Где рубашки? Где положил, там и бери. Размечтался. Иди, иди к своей Варварушке. Вместе будете лягушек ловить. Так привязалась-то. Ну, дай ты спокой человеку, понимаешь? Я заради него всех на свете бросила. Дура. Всю красоту свою ему отдала. А он... Подумай, что люди скажут. Не срами меня. Пусти, Ольга. Не пущу. Ну и тупа. Записала? Ага. Теперь пиши за вчерашний день. Угу. Паш, а Паш? А? Что это Ваня снова давно не видно, а? Откуда ведь надо? Ветер, ой, девчонки. Ой, какой ветер сегодня. Прям беда. Такую погоду надо дома сидеть. Так, значит, красной рыбы 7 центнеров. То есть это сон. Кстати, Пашенька, голубчик, сбегай к нему. И передай, чтобы он попросил Духова прислать нам взаимообразно 50 литров горючего, сетки метров 100 и бочку смолы, чтобы утром нам прислал. Куда ты ее к нему посылаешь? Они в ссоре и разговаривают. А я и не знала, что вы в ссоре. Тетя Надя, я сейчас бегаю. Передам. Ну ладно, Мось, беги. Что ты тут ссоришь? Тетя Валя, для меня дело важнее всего. Ты же говорила, что ты с ним в ссоре. Не разговариваешь. Ну, а я разговаривать и не собираюсь. Передам строго официально и кончено. Да чего у Пашки строгий характер? Ремень. Запомнил? Ой, запомнил? Да чего тут помнить-то, Пашенька? Плевое дело. Ага. Во-первых, передать Духову завтра, то есть это, послезавтра. Ага. Забыл. Ваня, ну я прям даже не знаю.
О чем ты сейчас думаешь? Пожалуйста, увидишь Духова, передай ему, чтобы он завтра утром прислал, рано утром, не то какого, утречком. И я забыла. Паша, голубка. Паша, вспомни. Здравствуйте, Степан Степанович. Зачем пожаловал? Мне бы... У меня... дело. Дело? Говори. Что это мы, бабоньки, в такой духоте дома сидим? Легкие отравляем. Пошли на Волгу. С каким делом пришел Степан? Мне с тобой бы поговорить надо. Ну, говори. Только тут неловко. Видишь ты, какая стала. Прям не узнать. Шурик-то вырос, поди. Вырос. Танюша должно выросла. И Танюша вырос. Да ведь ты видел их нынче утром. Ну да. Вот я и говорю, выросли. Вот я им подарки привез. Не привыкли они к твоим подаркам. И так, я думаю, нечего их к ним и приучать. Но у них теперь всего вдоволь. Ведь заработок-то у нас немалый. Слыхал, чай? Слыхал. Как не слыхать? Ну, незачем старое вспоминать. Мне с первоначала не сладко было. Знаю. Знаю, что нелегко. Варя. Ну? Ведь 10 лет. С тобой вместе прожили. 10 лет. Ах,
сколько радости прошло мимо меня за эти 10 лет. А ты не замечал. Ну, не нужна была. Забудь. Забудь, Варя. Ну, с кем ошибки не случается. Ну, ладно. Что об этом говорить? Не могу я тебя принять, Степан. Не сердись. Иди. Навещай нас. Тебе куклу принес. С моргающими глазами. С моргающими. Мам, а папа к нам еще придет? Придет. Не приду я больше к тебе, Ольга. Дальше. А что писать? Что вот
Мы рыбачили. Мы рыбачили на реке. И неплохо рыбачили. Что значит неплохо? Хорошо рыбачили. Так как же писать-то? Неплохо или хорошо? По-моему, если напишем хорошо, будет неплохо. Хорошо. 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 Пиши. Хорошо. И что мы обязуемся? Обязуемся и в море работать так же хорошо. Не так же хорошо, а еще лучше. Ты словами не бросайся. Еще лучше. Писать-то легко. То есть как это легко? Если легко, то навык сама. И пиши. Пиши. Люба, сядь, Люба. Тут пиши. От каждого слова жар бросает. Пиши дальше. А как писать-то? Проголосуем. Кто за то, что в море будем работать еще лучше? Все. Все. Пиши. Обязуемся. Обязуемся. Работать еще лучше. Работать еще лучше. Погоди. Прочти лучше сначала. Что у нас там получается? А ну, сначала. Ко всем колхозницам рыболовецких колхозов Союза. Наша первая женская бригада выполнила годовой план по вылову рыбы на 150%. Выловлено 25 750 центнеров рыбы. Вместо 9 пританений... Да что же это, милые, получается-то, а? Женщины от нас дорогого слова ждут, а мы вместо того 4,5 до 25, 9 до 150. Да разве это слова? Одни какие-то цифры получаются. Вычеркивай, Любка, цифры. Погоди, Люба, вычеркивать. Тут про нашу бригаду все правильно написано. Цифры эти каждому человеку понятны. Кто из нас перед тем, как записываться в бригаду, не спрашивал себя, справимся ли, выйдет ли что. А на деле 150%. Да мало того, в море идем. У нас сегодня действительно праздник. С нами идут новые бригады. Дорогих наших товарищей! Сколько вы не надо? Ну, как... Идет бригада Драчевой. Комсомольская бригада Паши Сова. Вань, не за себя строго, официально. И всем известная бригада Авдотьи Малковой. И мы твердо порешили обогнать тебя, Федор Иванович! Обгоняй! Обгоняй Духова! Успеха желаю! Спасибо! До свидания, Оля! Приезжай! Ну, Ольга! Приезжай к нам. Работы хватит. Так вот, Федор Иванович, если отпустит, обязательно приеду. Приезжай. Варя. А? Так я жду. Ладно. Ну что ты толкаешь? Ну что? Толкаться надо культурно, а ты прешься. Ну, ты еще бывший председатель. Встань на место, вот у вас. Проходите, девочки, вот у вас. Да. Федор Иванович, может, вместе с ними нужно мне поехать? А? Не нужно. Федор Иванович, ну все-таки я, как бывший бригадир. Не надо. Нет, может, надо, так я поеду, Федор. Ох, и надоел ты мне, Терентий Казанок. Гляди, Степан, что Варвара-то делает, а?